Привет, с вами Вилсаком. Самые популярные беспроводные наушники, которые оставляют за бортом вообще все, что есть на рынке. Самые продвинутые наушники, потому что каждое ухо обладает своим встроенным процессором. Это наушники, которым продаются аксессуары. Вы можете купить отдельно чехол, я таких больше на рынке вообще не встречал. И самый прикол в том, что им уже несколько лет. И как вы понимаете, это Apple AirPods. И вот они у меня есть замечательные. Вот такие вот маленькие. И это уже вторые или третьи, потому что первый я потерял, вторые не помню где. Третьи, вот они. И я их тоже специально для этого ролика нашел, потому что я, честно говоря, ими активно не пользуюсь. Это уши не для меня. Я не такой прям меломан, а когда я хочу слушать музыку красиво, у меня есть для этого Sony либо Bose. Но вы знаете, какая штука? Многие компании хотят повторить успех Apple. True Wireless наушники, чтобы вот как положено, чтобы открыл, в ухо вставил красиво. И ни у кого пока не получилось. Все пытались, некоторые уже даже по несколько раз, и вот... Единственный, кто, как мне кажется, близко подошел к этому вот состоянию, когда хорошо, это ребята из Xiaomi, как это ни странно. И они сделали нам что? Вот такую штуку, которая называется Air. И это, опять же, True Wireless наушники с одной очень крутой фишкой. Мы их сегодня с вами распакуем и поймем. Это альтернатива, это замена, это в плюс, это вообще что такое? Это Xiaomi за 6000 рублей, который круче, чем AirPods. Можете мне поверить? Поехали. Собственно, стоит отметить, что для Xiaomi это уже не первый блин комом, потому что они делали беспроводные наушники, и они у нас тоже есть. Похоже в каком-то смысле по форм-фактору на AirPods. Тоже вот такой кейс, открывается, вставляется. Единственное, в отличие от AirPods, которые все-таки очень комфортно лежат в ухе, и их можно реально целый день носить, это затычки, которые имеют свои... минусы, такие как душное ухо, ну знаете, когда оно начинает потеть и не очень комфортно, и в общем-то это действительно достаточно крутая шумоизоляция, с одной стороны это плюс, с другой стороны, ну не очень комфортно, когда у тебя два уха, ты ни хрена не слышишь, поэтому есть такие компании, как например Sennheiser, они сделали True Wireless наушники, которые еще и усиливают через микрофоны твою возможность слышать окружающий тебя мир. Я с ними летал, и вы знаете, мне они очень понравились. Если что, у нас, кстати, есть обзор на сайте, и вообще имейте в виду, что вот эти все наушники в количестве без конечном. Мы обозреваем на сайте wilsa.com, залетайте туда и найдете много всего интересного. Чего уж говорить про какие-нибудь Gear Icon X от Samsung. Есть слухи, что сейчас, кстати, с премьеры Galaxy S10 их обновят, и они смогут заряжаться от смартфона. Вы представляете? Вы кладете их на спинку своего смартфона, и они таким образом заряжаются. Дичь дикая. Но это наушники, которые обладают собственной памятью, и мы о них тоже рассказывали. И вы знаете, это классные продукты, таких на рынке очень много. Если вот это все, за исключением всего стоит дорого, то есть альтернативы, о которых я вам уже не раз ведал, и это, например, Elari NanoPods, наш любимый, маленькие комфортные, которые на свои деньги звучат. Есть Interstep, да тоже наши друзья, которые делают классные примерно в том же факторе наушники, которые вы также можете совершенно спокойно купить. А можете пойти и взять и Meizu классный. Но они мне больше всего нравятся, потому что очень здоровый кейс, но сами наушники ничего такие, ничего такие. Правда, у них есть версия, похожая на Beats X со шнурком, и как мы тут пришли к выводу, она звучит поприятнее. А можете вообще дико угореть, и, например, Plantronics, ребята, к которым я ездил в Мексику на фабрику, делают True Wireless Sport уши, которые защищены не по стандарту IPX7, вот это вот, когда на него плюнул, и он там что-то вроде может жить. А здесь у нас уже не стыдный, как он называется, IP57, то есть в них уже можно и под дождем, и в брызги, и все куда хошь. Здесь у нас фиксированное крепление, которое за ухо там цепляется, и, соответственно, не выпадут. Работают долго, в общем, видите, какая индустрии, чё только нет. Больше того вам скажу, чтобы совсем уже разорвать вам шаблон, есть наушники. Ну-ка, зашлите ко мне их сюда. Аккуратно, потому что мало ли что. Смотрите, вы просто вдумайтесь, реально встроили в беспроводные накладные наушники вот такую хрень. Знаете, что это? Измеритель уровня звука. Зачем он тут нужен? Он, кстати, с двух сторон есть. Незачем абсолютно, потому что когда ты ходишь в наушниках, тебе абсолютно незачем знать вот это значение, еще и вот в таком аналоговом виде. Но люди вокруг тебя смотрят и думают: ни хрена себе, поц, нифига себе, у него ламповые наушники. А ты такой: потому что наушники в наше время стали, ну, знаете, как кроссовки. Еще несколько лет назад всем было плевать, какие у тебя кроссовки. Ну, типа, серьезно, они делились на белые, черные, цветные. А сегодня это серия Kanye West'а 2013 года, и все просто начинают орать, как твари, и эти кроссовки продаются с какими-то дикими совершенно цифрами на eBay. С ума сойти, что происходит? Я, например, хочу купить себе Nike, которые с гироскопами, акселерометрами заряжаются и сами зашнуровываются, как назад в будущее, черт возьми. Совсем скоро начнут продаваться, обязательно сделаю
сделаем на них обзор, раз уж такая пьянка. Ну и чтоб вы совсем уже тут такие, что происходит, вот такая вафля у меня есть, я о ней рассказывал из Сочи. Вы, кстати, ни хрена не посмотрели видос, и очень зря. Потому что это Bose Frames, очки, в которые встроены наушники. Вы можете себе представить, это очень прикольный аксессуар, потому что это не костная проводимость, это действительно уши, опять же, с акселерометром, гироскопом, это что вообще происходит? Но сегодня вот это все затмевает один продукт от Xiaomi, который называется Mi True Wireless Earphones. И давайте уж наконец-то его откроем и посмотрим, в чем прикол. В чем преимущество AirPods? В том, что это наушники на каждый день. Действительно, их достал, они сразу подключаются к твоему устройству. Есть еще красивая анимация, как это все показывается на телефоне, вы не раз видели. И вы знаете, в этом плане у них до сих пор нет конкурента. И несмотря на то, что я назвал этот ролик китайские AirPods от Xiaomi, бла-бла-бла, по факту никто не смог повторить. Все приблизились. И я вам больше того скажу. AirPods, как устройство, которое воспроизводит звук, наверное, одно из худших на рынке, если сравнивать с конкурентами. Отвратительный звук за 12-13 тысяч рублей никуда не годится. Но как устройство на каждый день, как устройство hands-free, как устройство, в котором ты ходишь и вообще не паришься, лучшие наушники. Их могут превзойти, как мне кажется, только AirPods 2, которые обещают нам уже совсем скоро, с беспроводной зарядкой, с сенсорами более навороченными, с привет Siri. Сорян, блин, сорян. Если у кого включилось... Я не виноват, но я думаю, что AirPods 2 будут очень интересными, так что ждем анонса от Apple совсем скоро. Но здесь я просто беру коробку. Во-первых, мне нравится дизайн уже. Я их еще в руках не держал, но они мне нравятся по дизайну, потому что они белые, потому что они похожи на AirPods, черт возьми. Ну и самый кайф-то находится вот здесь, вот на грани. Ты просто заходишь на коробку и такой, ага, значит, Active Noise Cancellation. Что? Активный шумодав? В наушниках за 6 тысяч рублей, которые маленькие, классные, да ну вы мне врете. Touch Control, чего? Я уже дико хочу эти наушники открыть. Я сделаю сегодня это вандально, как это обычно у меня в последнее время происходит. Потому что у меня вот эти вот все липучечки, они что-то занзгазут. Опа-па. Давайте сразу отметим тот момент, что кейс огромный. Он реально огромный. Мне казалось, что они должны быть, ну, типа, в полтора раза меньше минимум. Потому что настолько здоровый кейс, как его открыть, это что-то прямо они махнули лихо. С другой стороны, как вы понимаете, Active Noise Cancellation, она же активная шумодав-система, это достаточно ресурсоемкая штука, поэтому она, конечно же, жрет батарейку. И чтобы это все работало адекватно, здесь должен быть кейс, опять же, достаточно большой батарейкой. Сами наушники, это, конечно же, можно назвать произведением вдохновленным AirPods'ами, и благо сейчас реально каждые вторые наушники вдохновлены ими, но все-таки выглядит самобытно, потому что это затычки, потому что это, опять же, вот эта длинная фигня, куда встроена батарея и, например, микрофоны, которые позволяют вам разговаривать как по hands-free гарнитуре, а также здесь у нас есть магнитный коннектор, который как раз позволяет нам это все аккуратно заряжать. И, опять же, смотрите, они не вывалятся, потому что он цепляется достаточно уверенно. В этом плане кейс действительно повторяет то, что есть у AirPods, опять же, это несложно. Но это все, что называется, лежит на поверхности. Это и так очевидно. Как они звучат? Давайте их сопрягать и узнаем. Нет, подождите. Перед тем, как мы начнем их слушать, мы посмотрим еще на комплект чуть-чуть. Благо у нас здесь есть макулатурка, которая рассказывает о том, что же это за уши. Они приехали нам из Китая. И купить их сейчас можно как на Алиэкспрессе, так, наверное, и у нас уже потихоньку продаются. Но это пока еще не очень популярная вещь. Ну и, конечно, в продукте 2019 года я хочу видеть USB-C, и он здесь есть. Очень приятный кабель с хорошей резиной пластика. Действительно классно. Но вот у ребят все хорошо. Я не понимаю, почему другие китайцы не могут взять пример с Xiaomi и делать просто хорошо. Это стоит адекватных денег. Это в нормальных пакетиках. Это хорошая резина, хорошие материалы. Приятно, черт возьми, взять в руки. Ты не покупаешь подделку под AirPods. А я вам скажу, что были абсолютно дикие китайцы, которые, конечно же, скопировали AirPods. Это была хрень в два раза больше. У нас есть ролик на канале. И это все выглядело отвратительно. Это работало плохо. Это никуда не годится. AirPods звучат не идеально, а там вообще труба. Ну а здесь ребята напряглись и сделали хорошо. В отдельном пакетике у нас есть резинки разного размера, на случай, если у вас уши какой-то нестандартной формы, диаметра и так далее, вы можете найти что-то для себя. Но опять же, это все баловство, я хочу их слушать, потому что мне дико интересно. Active Noise Cancellation. Раньше я в самолет брал вот эти уши, ну просто потому, что они всегда лежат у меня где-нибудь в рюкзаке, сумке, в кармане и так далее, и в самолете ты дико страдаешь. Ну в любом, на самом деле, транспорте. В метро ты страдаешь, потому ни хрена не слышно, абсолютно. А здесь нам обещают Active Noise Cancellation, и ты начинаешь все слышать. Едрить, колотить. Погнали.
Когда я говорил про китайские подделки под AirPods, я имел в виду не вот это. Вообще, представляете, что это? Это какая-то вообще адская дичь. Ну и вот эти наушники от Xiaomi, если вы не хотите косить под AirPods оригинальные, есть в черном цвете. Ну а вот это вы можете купить на AliExpress типа AirPods и получить вот нечто подобное. Вы просто сравните, насколько они не то чтобы отличаются. Это для кого? Это для Халка сделано? Это что вообще? Я просто хочу увидеть китайца, который в ухо засовывает себе это. Давайте поговорим о технических особенностях этих наушников. На самом деле, там, если посмотреть сайт Xiaomi, они начинают загонять, что там все очень красиво. Ты такой смотришь на график, думаешь, ядрить, колотить, как здорово. На самом деле, все это, мне кажется, уходит на второй план. Главное, что работают наушнички 3 часа. Это достаточно хорошо, это среднее значение по рынку. Кейс их заряет еще пару раз, и в итоге мы получаем плюс-минус 10 часов времени работы полной автономии. Это неплохо. Я начал читать всякие форумы людей, которые этими наушниками пользуются, и всех смущает их форма. То есть, на самом деле, AirPods выглядит не... Блин, засунул, уже сам себя не слышу. А здесь, типа, они немножко прям совсем не очень. То есть, немножко выглядишь в них как down. И знаете, несмотря на то, что это затычки, они что-то вообще не очень плотно сидят в ушах. Об этом я тоже прочитал в интернете. Дескать, вот эта резинка, которая идет в комплекте, она, опять же, для каких-то странных китайцев. И хрен поймешь, как ее так вставить, чтобы оно село в ухо достаточно плотно. Поэтому люди покупают всякие эти пенные амбушюры, засовывают там это все по уху как-то анатомично. На самом деле, я считаю, что это перебор. Наушники за 6000 рублей, а на самом деле они должны стоить в пределах 4. Ну, блин, ну камон, что вы хотите от них? Они просто маленькие, прикольные и с шумодавом. Это не те наушники, которые я купил себе, блин, на всю жизнь. Так нормально. Нажимаем один раз, белый индикатор приветственно мигает и говорит мне: подключайся, дядь Валя. Собственно, я вижу Metro Wireless Earphones в списке подключений, тыкаю именно сюда, и по идее вот так просто это все должно сопрягаться. Поддерживается кодек AAC, кстати. Ну, если вы вдруг хотели знать и такие, а поддерживается ли? Я вот вам отвечаю на вопрос. Есть еще всякие другие более навороченные, типа там APTX и прочее. Но нам это пользователям айфона вообще нахрен не упало. Мы просто вставляем, нажимаем в Apple Music для вас. Я уже ничего не слышу реально. Я не знаю, шумодав активный, он, кстати, сейчас работает, нет, или что происходит. И музычку погнали, какую-нибудь нашу любимую. Где мечты, где понимание, а широкий кругозор? Вам прощения не хватает, не хватает доброты, эрудиции, экстаза плюс света тонкой красоты. Сенсоры, черт возьми, из уха вынул, воспроизведение встало на паузу. Один засунул, играют оба, блин, жалко. Хорошо, если я один оставлю непосредственно в кейсе и воткну один, работает. Ну, в общем, это, опять же, не очень сложная процедура, и современные наушники это умеют, так чисто для понимания. Также сенсор позволяет управлять воспроизведением, там всякие касания и прочие радости. Слушайте, ну в этом плане действительно сработало. Теперь мне нужно проверить шумодав, насколько он действительно работает. Что-то с шумодавом непонятно. Мне кажется, в AirPods будет примерно то же самое. Что-то я так либо зря наехал на AirPods, либо вот эта штука от Xiaomi играет примерно на их уровне. Я что-то какой-то особой разницы не слышу. Ну, поплотнее звук, просто за счет того, что они глубже сидят в ушах, ну, то есть не создается вот этой все-таки воздушной прослойки. Я хотел хвалить эти уши, я хотел их полюбить всем сердцем, я хотел вам их рекомендовать и говорить: Xiaomi, господи, Xiaomi, делали наконец-то хорошие уши. И они правда хорошие, и вопрос цены, ну серьезно, если вы найдете их за 4-5 тысяч рублей, это классные наушники, которые, в принципе, свою задачу выполняют. Но я не понимаю, где там активный шумодав, как его, блин, включить? Иногда полезно почитать инструкцию. Оказалось, что когда оба наушника вставлены в уши, ты зажимаешь любой из них на 3 секунды, тебе говорят что-то вроде «тин-тон-тон», то есть какой-то китайский хрен знает что. И по идее должен включаться шумодав. Но я вот сейчас 10 минут сидел, слушал, тыкал. Никакой, блин, разницы нет. Возможно, на 0,5 децибела, я не знаю, как это считается, плюс-минус действительно какой-то эффект есть. Но это вообще ни о чем. Если вы наденете какие-нибудь тысячные Sony M3, например, и включите шумодав, вы поймете, что такое, блин, шумодав. Когда это прям муа. Поэтому, друзья мои, я в неком замешательстве. Это классный продукт. Я посмотрел, что официальная цена 349 юаней.
компании, то есть это примерно 3,5-4 тысячи рублей они должны стоить. И вот, знаете, за 4 тысячи рублей, ну, это просто неплохие наушники, коих на рынке, опять же, много. Но дело в том, что я ожидал от них действительно активного шумодава и прям вот чтоб хорошо. Это классический продукт Xiaomi, классно сделан, из хорошего пластика, все в них окей, но он абсолютно ни о чем. Ну, типа вот совсем ни о чем. Качество звучания, ну, я бы так сказал, на троечку. Не сильно далеко ушли от AirPods, а я вам рассказывал, что даже, блин, и Ларина на под. И те звучат лучше, чем, блин, AirPods. Поэтому все-таки вот как в домашней тапочке, вы знаете, вот как в домашней тапочке, хоть ты тресни, у тебя показывается индикация каждого уха. У тебя вообще все красиво, анимации, блин. Ну, AirPods есть AirPods. А что делать человеку, у которого не iPhone? На самом деле есть специальное приложение, которое позволяет без страданий подключать AirPods и к Android. И у нас этот ролик на канале также есть. Я оставлю ссылочку в описании. Но я их все-таки разыграю. Причем это будет супер быстрый розыгрыш, потому что в четверг мы подводим итоги по восстановленному iPhone 10 и также Redmi Note 7. И, соответственно, что вы должны сделать? Подписаться на канал, оставить один комментарий, поставить лайк этому ролику, и в четверг мы подводим итог. Кому-то из вас отдам абсолютно новый, не те, которые я в уши сывал. Ну, может быть, вы хотите именно эти, я не знаю. Это уж каждый решит для себя сам. И мы их вам отдадим. Спасибо, что смотрели это видео. Не в этот раз, черт возьми, Xiaomi. Посмотрим, возможно, нас в ближайшем будущем порадуют и другие беспроводные наушники. Благо, их реально сейчас выходит, блин, по 5 штук в месяц. С вами был Вилсаком, я не прощаюсь. Здесь на канале, опять же, много видеороликов, которые вы можете с большим удовольствием посмотреть. Скоро увидимся.